установка защитной шторки на камеру заднего вида для автомобиля Lexus GX460 второго поколения. Перед установкой дается шаблон. Прикладываем к камере и шилом делаем пометочку для сверления под провода. После того, как просверлили отверстие под провода 3-миллиметровым сверлом в пластике, демонтируем камеру заднего вида, откручивая вот два болта. Продеваем провода от колпачка через только что просверленное отверстие. Снимаем камеру и с правой стороны по ходу автомобиля делаем пометочку и также 4-миллиметровым сверлом высверливаем отверстие для проводки. И продеваем провода. После того, как продели провода, прикладываем шторку, закрываем колпачок, проверяем позиционирование. Если все плотно прилегает, шилом отмечаем места фиксации шторки. Подключение. Значит, задний ход берется вот этот вот красный провод. Дальше основной плюс толстый красный провод. Все это проводится через гофру в заднюю дверь и подключается к блоку управления. Земля, масса берется с болта, соответственно. И дальше два проводка соединяем зеленый-белый с зеленым-белым к блоку управления. Mm-hmm.